Хорошо. Как я понимаю, Совет готов приступить к голосованию по представленному ему проекту резолюции. Первым я ставлю на голосование проект резолюции, который содержится в документе S-2016-846 и который был представлен Австралией, Австрией, Андоррой, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Германией, Грузией, Данией, Ирландией, Исландией, Испанией, Италией, Канадой, Катаром, Кипром, Коста-Рикой, Латвией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Мексикой, Нидерландами, Объединенными Арабскими Эмиратами, Польшей, Румынией, Саудовской Аравией, Сенегалом, Словакией, Словении, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Турцией, Украиной, Финляндией, Францией, Хорватией, Чешской Республикой, Швецией и Эстонией. Прошу голосующих за проект резолюции, содержащийся в документе S-2016-846, поднять руку. Кто против? Кто воздержался? А где же он не принят? Результаты голосования следующие. 11 голосов за, 2 голоса против, 2 члена Совета воздержались. Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета Безопасности. Так. Сейчас следующий ставим, да? Нет, хорошо. Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями после состоявшегося голосования.